В Екатеринбурге начался суд по делу резчика востоковеда того самого, что пытался поочередно зарезать двух киргизских девушек, чудом выживших, как оказалось, из идейных соображений. Под идею их ритуального убийства он подвел даже философскую основу, выдуманную собственной больной головушкой, а то, что он на голову волен, выяснила не только экспертиза, но давно знали, оказывается, и молчали его родители. Например, мама, психолог с дипломом. Об этом стало известно благодаря начавшемуся суду, где интересы 25-летнего магистра востоковедения, обученного в Урфу, представляет его папа, приехавший из родного Кургана. Хоть суд и идет без зрительного зала, портал Е1 приводит рассказ своего источника, слышавшего прозвучавшие там показания о том, как будущий почти убийца рос в родном кругане. Он спрашивал родителей, как отличить голоса в голове от собственных мыслей. Все эти нападения ему якобы тоже насоветовали голоса. Родители знали об этом, но скрывали, не водили его к психиатру. Мама его, дипломированный психолог, не могла не понимать, чем это может грозить. Однако они не хотели, чтобы у него были в дальнейшем проблемы с поступлением на учебу, устройством на работу. Конец цитаты. Ну то есть, что получается? Взрослые люди, родители, практически осознанно выращивали и так-таки вырастили монстра, готового убивать по велению голосов – про которые они много лет знали. Если мать дипломированный психолог, то как она могла не отразить, что у сына нарастает психическая хворь, когда крошка сын к маме пришел и спросила кроха, что делать, если в голове, кроме него, живет еще кто-то или что-то, что ему диктует посторонними голосами. Она же психолог. Хотя, может и не профессионал, может просто училась когда-то, ну, как тысячи других, просто чтобы получить хоть какой-то диплом. А может и училась плохо. Главное тут в том, что родители, исходя из странно понимаемых интересов будущего своего сына, это будущее в таком вот виде на скамье подсудимых за два нападения с целью убийства ему, по сути, сами же и обеспечили. Всего лишь за счет того, что своевременно ему не была оказана необходимая медицинская помощь, потому что родители скрывали проблему. Мальчик вырос, и те же голоса повели его убивать. Суд продолжается. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы ее постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжелое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим.